И снова в бой, покоем только снится. Юрист Александр Круглов в самарских судах – личность знаменитая. На этот раз он требует ликвидировать Федерацию профсоюзов Самарской области. Поводом для иска стал конфликт мужчины, теперь уже с бывшим работодателем, Приволжским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, где юрист отработал год. У меня просто были скотские, если назвать выражение, условия труда. У меня, как у юриста, значит, место рабочего стола, рухлядь с мусорки, без ящиков внутренних, облитые чернилами, поцарапанные, ножки качались. Компьютер был? Компьютер был, да, но он был плохо, он был подключен к сети, без интернета, без всего. То есть я нормальной работы, как вы понимаете, в современных условиях вести не мог. Мирно договориться с работодателем не получилось. Круглов засыпал трудовую инспекцию, прокуратуру и Роспотребнадзор жалобами на Росгидромет. Нарушения подтвердились. Организацию оштрафовали в общей сложности на 130 тысяч рублей. В ответ на работе ему вынесли выговор за прогул. Хотя в тот день Круглов был вызван повесткой в суд. Юриста уволили. Однако с решением работодателя он не согласился и попытался оспорить выговор. К удивлению мужчины, интересы Приволжского УГМС, по сути, от бывшего сотрудника и члены профсоюзной организации в суде защищал юрист областной федерации профсоюзов Сергей Ремезов. Кого обязан защищать профсоюз? Профсоюз защищает закон и работников, которые, по мнению профсоюза, незаконно привлечены к ответственности. В этом случае Круглов был законно привлечен к дисциплинарной ответственности. Круглов преподносит эту ситуацию, что он был вызван в суд, но он не говорит о том, что он был вызван в суд в качестве представителя стороны. За вознаграждение он представлял свое рабочее оплачиваемое время, интересы своего друга. Федерация профсоюзов могла бы сохранить нейтралитет и не выступать открыто на стороне работодателя, убежден Круглов. Кроме распуска областной организации, самарец требует признать выступление Сергея Ремезова против работника незаконным, возместить моральный вред и вернуть выплаченные членские взносы. В планах у юриста также восстановиться на работу в Росгидромет.